Друзья, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на Возрождение сегодня. Спасибо за то, что смотрите нас. Сегодня мы поговорим об одном из самых важных слов Библии. Оно весьма противоречивое, но если мы поймем библейское значение этого слова, это откроет для нас всю Библию. Сегодня со мной Ашер Трейдер. Спасибо за то, что снова пришли к нам. Мы поговорим о слове, которое мы озвучим через минуту. Но вначале я хотел бы поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку и верное партнерство. Спасибо вам большое за помощь нам в распространении Царства Божьего на Святой Земле. Жизни людей меняются, и мы очень благодарны вам за это. Мы постоянно молимся за всех наших партнеров. Мы очень рады трудиться вместе с вами на созревших нивах здесь, в Израиле. Ашер, еще раз спасибо вам за то, что пришли к нам. Вы уже много лет говорите об этом слове. До переезда в Израиль я никогда не слышал об этой теме, но она изменила мою жизнь. Это слово ⁇ Земля ⁇ И сегодня вы расскажете нам о нем. Почему это стало таким откровением для меня? Ну, я был одним из тех христиан, которые просто ждали. Когда мы пойдем на небо после смерти. Земля не так важна, потому что мы будем с вечность сидеть на облаках и играть на арфе. Так я думал. Это казалось мне невероятно скучным, и поэтому мне сложно было это принять. Я думал. Вечность кажется такой скучной, но когда я услышал, как вы учите о важности Земли и о том, что она будет существовать вечно, Тогда в моей голове произошли настоящие, причем позитивные изменения. Поэтому я хочу, чтобы вы рассказали, что это слово означает в Библии и почему оно так важно для всех нас. Пожалуйста. Начну с того, о чем вы только что говорили. Я вырос в синагоге, изучал иудаизм и понял, что мировоззрение евреев больше сконцентрировано на Земле. Христианское мировоззрение стало более сконцентрированным на небесах. Но Писание говорит и об одном, и о другом. Оба эти понятия идут вместе. В самом начале Библии сказано, что Бог создал небо и землю. Зачастую христиане считают, что Божий план состоит в том, чтобы мы умерли и ушли на небо. Но Бог создал и небо, и землю. Согласны? Да, я так и считаю. Вы были правы, но лишь наполовину. Еврейское мировоззрение состоит из сионизма и мессианского царства на земле. Земля имеет для них большое значение, но если вы поговорите с ортодоксальным евреем о небесах, он ничего об этом не знает. У них даже нет слова для этого. Евреи скорее называют это жизнью после смерти или восстановленным Эдемом. У них нет такого понятия, как небеса. А если спросить христиан о плане Божьем для земли, то вы не услышите ничего внятного. То есть эта размытость наблюдается с обеих сторон. А я хочу внести ясность. Если помните, Иешуа сказал, что кроткие унаследуют землю. Это не означает, что кроткие умрут и пойдут на небо. Это лишь промежуточный период. Итак, Бог создал и небо, и землю. Это как двухуровневая квартира. Это всегда было планом Божьим. Была даже лестница с небес на землю. Это две стороны одного плана. И нам нужно собрать их вместе. И тогда многие места обретут для нас смысл. Да, это так. Расскажите, как вы впервые поняли это. Это было одно из откровений в начале вашего христианства. Или вы получили его в результате изучения Слова. Это был процесс. Я прочел всю Библию на иврите и увидел, как язык отражает эту концепцию. Как я говорил, там нет слова, обозначающего небеса. Это скорее Эдемский сад. Прочитав Библию от начала до конца, я увидел, что Бог нигде не отказывался от своего изначального творения и не отдавал его дьяволу. В его замысле всегда было и небо, и земля. Расскажите немного о слове, обозначающем на иврите землю. После слова Иешуа самое важное слово в Библии это слово Арац. Арац это земля, но у него есть три значения. И чем больше я изучаю его, даже на этой неделе я общался с арабскими христианами со всего мира, которые унаследовали обиду на израильскую землю, и пытался донести до них это понятие. Итак, слово «арец» имеет три значения. Первое значение — это планета Земля. Второе значение — это Земля Израиля или Ханаан. И третье значение — это любая другая Земля на планете, Земля любого другого народа. Это слово встречается в Библии более двух с половиной тысяч раз. Я имею в виду еврейскую Библию, не говоря уже о греческом Новом Завете. Это слово в равной степени встречается во всех трех значениях. То есть как планета Земля, как Земля израильская или та самая Земля, и как Земля каких-то других народов мира. Если вы скажете человеку, говорящему на современном иврите, слово Земля, он подумает, что вы имеете в виду Землю именно Израиля то место, на котором он живет. То есть это такая лингвистическая особенность. Нам представляется думать об этом как о своем. Если не читать Библию на иврите, то какой перевод этого слова встречается в Ветхом Завете? Это слово «земля» или «планета» — «земля». Перевод всегда правильный. У меня нет претензий к переводу. Я лишь хотел показать, что есть связь между землей Израиля планетой и другими землями. Это очень важно. И со временем вы понимаете, что слово «земля» имеет положительный смысл. Это положительное слово. Бог создал небо и землю. Иисус сказал, что творение обновится, когда Он вернется. Кроткие унаследуют что? Землю. Мы видим положительный смысл. Бог создал эту землю. Эдемский сад и он желает восстановить ее после вреда, нанесенного грехом. Он хочет обновить ее. Это вполне положительная концепция. Ясно. А что вы скажете тому, кто говорит, вы евреи, и вам легко говорить об израильской земле. Она была обещана еврейскому народу. И что бы вы сказали тому, кто считает, что земля совсем не важна, нужно вернуться к самому началу нужно начинать не с земли Израиля, а с сотворения вообще земли. Проведем небольшой обзор. Итак, в Бытии первой главе Бог создает планету Земля. Адама и Еву, Эдемский сад, и говорит, «Плодитесь и умножайтесь, и владычествуйте над землей». Затем что-то пошло не так. Насколько я понимаю, был славный ангел, который взбунтовался против Бога и стал врагом Бога. Мы называем его Сатана. Он пришел к Адаму и Еве, и не просто подтолкнул их к греху, но обманом заставил их подчиниться ему. Бог отдал правление Адаму и Еве, но они подчинились Сатане. Так Сатана узурпировал власть и незаконно стал Богом этого мира, Богом людского рода. А также он стал Богом этой планеты, потому что Бога отсюда убрали. Бог отдал ее Адаму и Еве. Они отвергли Бога и передали землю дьяволу. И позиция сатаны стала такой. «Бог, ты Бог той половины, что на небе, а я Бог здесь, на земле. Не лезь на мою территорию. Люди и земля теперь мои». А Бог говорит «нет» и снова «нет». «Я вернусь и отберу все это у тебя». То есть его план не только в том, чтобы освободить человечество от греха, смерти и сатаны, но и заново запустить свой план, чтобы мы были людьми, созданными по образу Божьему и живущими в Эдемском саду, и имели прямой доступ к небесам. Это взаимодействие неба и земли, и это план Божий. В Новом Завете шесть раз сказано, что дьявол ⁇ это Бог этого мира временный Бог, незаконно узурпировавший власть. И, как я сказал, Иешуа пришел не только для того, чтобы спасти нас от греха, смерти и сатаны, он пришел как семя Адама, чтобы вернуть себе владение планетой Земля. Давайте поразмышляем над этим. Адам и Ева потеряли Землю. Бог обещает, что через семя женщины придет кто-то, во времена Ноя происходит что-то вроде перезагрузки, все выглядит так, будто бы планеты уже не будет. Бог омывает всю землю потопом, и Ной начинает почти с того же места, на котором остановились Адам и Ева. Конечно же, он тоже согрешил, потому что не был совершенным. В Бытии 12 главе происходит еще одна перезагрузка. Бог говорит Аврааму, «Возвращайся в эту землю». Тот момент, когда Бог заключает завет с верующим в Него и отправляет Его в ту землю, стал началом Божьего искупления не только человечества, но и планеты Земля. Многие люди не понимают, зачем Богу было посылать Авраама в Ханаан. В этом нет смысла. Он хотел начать с Авраама семью вер, а также заново запустить в Ханаане то, что когда-то было в Эдемском саду. И он говорит Аврааму, «Обойди эту землю. Ты заключил со мной завет. И благодаря этому завету я смогу через тебя вернуться и снова завладеть планетой Земля». То есть это был процесс завладения Землей. И это удивительно. Авраам через Исаака овладевает первым участком Земли. Через Исаава он расширяется до Иордана, через Измаила до самого Египта и Африки, а через третью жену Китору, она распространяется еще дальше на восток и на север. И мы видим, что Божий план был в том, чтобы размножить семью веры настолько, чтобы они могли захватить всю планету. Интересно, что никто не понимал этого. Первым человеком, кто понял этот план, и то лишь наполовину, был Давид. Помните, Давид построил себе дом и подумал, я живу в доме, а Бог нет, нужно построить ему храм. Бог говорит, ты не совсем прав, храм мне не очень-то и нужен, но ты первый, кто понял, что я пытаюсь вернуться на эту планету. И поэтому я сделаю тебя царем над всей планетой. И Бог пообещал ему, что он будет править всей землей и через его род придет Мессия. Все потому, что Давид понял, что Бог пытается вернуть себе владение этой планетой. И он стал пра, 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 пра дедушкой Иешуа. И когда Иисус пришел, он родился не только как наш Спаситель, но и как владелец этой планеты. Понимание этого меняет наше понимание Евангелия. Он передал нам веру и сказал, где бы вы ни были, вы взовете со мной. Конечно же, важно родиться свыше, покаяться в грехах, исполниться Святым Духом, но также в каждой земле, или стране. Я даю вам власть для овладения этой землей. Мы пока не можем овладеть ею полностью. Моментом полного овладения станет что? Второе пришествие Иешуа. Он вернется, чтобы овладеть землей. Это одна из причин, почему его имя Иешуа. Иешуа — это не только Спаситель. Это же имя носил Иисус Новин, а он завоевывал землю обетованную. Иешуа вернется во второй раз и завоюет планету Земля. Первый раз он духовно завоевал нашу Землю, а во второй как Иисус Новин завоюет эту землю материально. В тот момент мы все владеем ею. То есть сейчас мы устанавливаем на этой земле Божий Завет и благословляем планету духовным и моральным влиянием, проповедуя Евангелие, поклоняясь нашему Творцу и прославляя Его. Но наступит момент овладения землей, и причем полностью. Это будет именно тогда, когда вернется Иешуа. И напомню вам, вернется он на эту землю. То есть вы заявляете, что земля имеет вечную значимость. Она будет продолжать свое существование. А что вы скажете тем, кто считает, что еврейский народ — это оккупанты, которые захватили чужую землю? Такие темы всегда вызывают конфликты и напряжение. Верно. Во-первых, я говорю не с политической, а с духовной точки зрения. Иногда даже мы, мессианские евреи, переживаем гонения в этой земле. Поэтому речь не о политическом решении, а о верующих в каждой стране, неважно откуда вы, из Китая, Судана, в любой стране верующие — это меньшинство. Но где бы они ни ходили, они духовно заявляют о своей власти и благодаря завету с ними Бог сможет овладеть этой землей, когда вернется сюда. Напоминаю, Он вернется на землю. То есть неважно, в какой стране вы живете, неважно, каждый играет свою роль. Да, духовный остаток в каждой стране заключает завет между Богом и своей страной. Вот почему вначале я сказал, что слово «арец» означает «планета Земля». Земля Израиль, а также любая другая Земля. Я бы сказал, что реакция на то, что евреи живут в земле Израиля, просто чрезмерная. Я не говорю, что мы не ошибаемся. Мы пережили Холокост, исламский джихад, но при этом у людей истерика из-за того, что мы переехали сюда жить. А это указывает на то, что это неспроста. Я считаю такую реакцию демонической. Вы спросите, почему так происходит? Давайте вернемся во времена Авраама. Авраам пришел сюда, и Бог сказал ему, обойди эту землю. И куда бы ни ступили твои ноги, ты завладеешь этим участком для меня. Даже если пока это всего одна семья, обойди эту землю своими ногами. Мы возлагаем руки на больных, когда молимся за них, а к земле прикасаемся своими ногами. И таким образом земля исцеляется. А вот почему ощущения и здесь, и там одинаковые мы исцеляем землю своими ступнями. А затем Бог говорит, завладей этой землей. Вот что нужно понять. Завладение этой землей — это не еврейское политическое движение. Это начало Божьего плана по возвращению себе всей планеты и всех стран мира. Бог начал это с детей Авраама по вере, они во всех странах должны делать то же, что Авраам делал здесь. Мы ходим вокруг и благословляем планету. Мы благословляем все народы Земли, природу, сельское хозяйство, погоду, воду, экономику. Мы должны благословлять все это до возвращения Иешуа. Затем будет то, что на греческом названо полигенезис или восстановление творения по возвращению Иешуа когда он установит здесь свой престол. Но поскольку план по возвращению с Земли начался с Авраама и Ханана, а потом распространился по всем народам Земли, если вы отвергаете этот план, то отвергаете план и для своего народа. Если вы живете в Норвегии или в Южной Африке, скажем, то вам нужно продолжать делать то, что делал Авраам, верой перетягивать это в свою страну. Но если вы думаете, что это уже не актуально, то рубите сук, на котором сидите. Зачем вам это делать? Любопытно, как арабские страны обижаются на нас, хотя именно Исаф, внук Авраама, получил территорию, которая сегодня называется Иорданией и Северным Ираком, а через Измаила мы получили Египет и так далее. А эта земля уже была частью имущества семьи Авраама. Поэтому они должны быть «за». Интересно наблюдать за тем, как арабские христиане начинают понимать это. Мы не отвергаем их, и они не должны отвергать нас. Мы все из семьи Авраама, и вместе мы берем духовное господство не только над землей Израиля, но над Сирией, Ливаном, Египтом и до самой Африки, Европы и Азии. Это приводит меня в такой восторг. Мы проповедуем, чтобы люди спасались. Но также, чтобы искупить и вернуть себе владение всей планетой, начиная как раз-таки с Израиля, то есть со Святой Земли, и дальше по всей Земле завоевать всю планету для Иисуса. Удивительно. Пока мы обсуждали эту тему, многим людям пришел на ум сионизм. Это одно из слов, которое иранцы любят использовать против евреев. Ох уж эти сионисты. С понятием сионизма связано много негативного. Но слушая вас сегодня, я понимаю, что сионизм — это вполне библейское понятие. Я надеюсь, что вы с этим согласны. Поясните нам это. Давайте не забывать, что слово «сионизм» — это библейский термин. Сион — это одно из имен Израиля и Иерусалима. Корень слова «сионизм» — это «сион», что в книге Иеремии переведено как «указательный столб». Иными словами, возвращение евреев в эту землю — это указатель на то, что Бог не забыл свой завет с Авраамом. И это касается не только евреев. Где бы вы ни жили, в Индии, Австралии, Южной Америке, вы тоже имеете право жить на своей земле. Это должно радовать всех. Послушайте, Бог вернул евреев в Израиль по благодати. Это означает, что по Завету это распространяется на всех детей Авраама по вере. Божий план по возвращению себе земли все еще действителен, и вы должны радоваться этому. Мы самые кроткие, которые унаследуют землю. Мы родились свыше, приняли Духа Святого и любовь Божью через смерть Иешуа на кресте. Мы стали кроткими в духе и стали наследниками земли в будущем по обетованию. Это должно стать для нас сильной мотивацией. Да. Расскажите вот еще что. Деяние первая глава. Ученики с Иешуа после его воскресения, и они спрашивают его. Сейчас то время, когда ты вернешь царство Израилю. О чем думали ученики? Они спрашивали об этом в шестом стихе, а в седьмом Иешуа отвечает, «Не вам знать времена и сроки». А потом он говорит, «Примите Дух Святой и идите проповедовать Евангелие». Он не говорит, что их идея неправильна. Он говорит, что они не понимают ни сроков, ни масштаба. Идея о восстановлении царства в Израиле верна. Но неверным был масштаб. Когда они исполнились Духом Святым, спустя две главы, Петр проповедует об этом же, но говорит не о восстановлении Израиля, а о восстановлении всего. Это название нашего служения, Тикун, или восстановление всего. То есть он понял, что Иисус говорил не только о восстановлении Израиля, а о восстановлении всего. Пока вы этого не поймете, как я могу восстановить царство в Израиле. А еще он сказал, что они неправильно поняли время. В тот период Израиль ожидала разрушения, чтобы Евангелие распространилось по всему миру. А когда Евангелие вернется в Израиль, это станет восстановлением Израиля и знамением того, что Бог готов восстановить все. Нужно было изменить их взгляд на время и масштаб. Во-первых, речь шла не только об этой земле, а обо всей земле. Это так интересно. Когда вы видите Божье обетование для израильской земли, на иврите вы понимаете, что это слово обозначает и другие земли, и всю планету Земля. Обещание Аврааму с использованием этого слова касается и других стран и народов, и всей планеты Земля. Мозг буквально взрывается, когда вы читаете Первый Завет Бога с таким пониманием. Я хочу, чтобы, читая Библию, вы понимали, что обещание, данное Аврааму, о завладении этой землей, это лишь первый участок, первая недвижимость из многих. И дальше это обещание распространяется на вашу землю и в итоге на всю планету. Это одно и то же слово, которое означает «израильскую землю», «другие земли» и «планету Земля», это значит, что к ним всем применима та же концепция и тот же завет. Что же это означает? Теперь мы проповедуем не только покаяние, рождение свыше, принятие Святого Духа и переход на небо после смерти, мы еще проповедуем о восстановлении эдемского сада и идеального мира прекрасной планеты прекрасных людей. Это так восхитительно и волнительно. Ну и последнее, пожалуй. В Новом Завете, в послании к Ефесинам, 1 главе, 10 стихе, сказано, что это секретный план Бога еще до основания мира. Он соединит все, что есть на небе и на земле, с помощью Иешуа. Иешуа, Сын Божий и Сын Человеческий. Он соединит все это вместе, и вот что мы получим. Небо и земля вместе не забывайте об обещании унаследовать землю. Кроткие унаследуют землю. Послание к римлянам 4 главе сказано, что Бог пообещал Аврааму, что он унаследует весь мир, а не только Израиль. Мы входим в этот план. Мне нравится наблюдать за реакцией арабских христиан, когда они понимают, что им не нужно быть против, и что они являются мостом, который передает Божье обещание Аврааму другим народам. Без них никак не обойтись. Итак, семья Божия распространилась от еврейского народа к арабским странам, а затем по всему миру. Это указывает на ключевую роль арабского народа в передаче Божьего обетования от церкви к земле израильской. Сразу меняется взгляд на их предназначение. Вот почему мы нацелены на то, чтобы принести пробуждение в арабские страны. Она а сокружает 250 миллионов арабов. Аминь. Это была проповедь Евангелия Царства Божьего. Мне это очень понравилось. Спасибо, Ашер. А я хотел рассказать вам о том, что Ашер написал книгу на эту тему. То, о чем мы говорили сегодня, это лишь небольшое вступление к тому, что есть в этой книге. Что Библия действительно говорит о земле. Не думаю, что я рассказывал вам это, но как-то я читал эту книгу в самолете по пути в Канаду. Рядом со мной сидел доктор еврей из Канады. Он спросил, что читаете. И следующие 45 минут у нас был невероятный разговор вокруг этой темы. Благодаря этому я рассказал ему о своей вере, а потом подарил эту книгу. Я понял, что это хороший инструмент для евангелизации. Друзья, я рекомендую вам прочесть эту книгу. Тут прекрасно раскрыта тема «С Земли Израиля. Она отвечает на множество вопросов. А еще есть одна глава, где Ашер перечислил стихи, связанные с этой темой. Когда я увидел все эти стихи вместе, у меня отвисла челюсть. Почему я раньше этого не видел? Когда они идут один за другим, это как бум, взрыв какой-то. Так сильно, а вы можете заказать эту книгу на нашем веб-сайте в разделе ⁇ Книжный магазин ⁇ Пожалуйста, заходите. Там представлены и другие книги Ашера и других авторов. Обязательно закажите ее. Купите несколько экземпляров и раздайте друзьям. Это очень важная и ценная информация. Спасибо вам за то, что смотрели нас сегодня. Мы будем рады вашим отзывам и комментариям.